Спортивный фестиваль ко Дню защиты детей прошел в школе Маркарова. Посетил мероприятие и председатель дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. Фестиваль открылся игрой между юными футболистами интерната для детей-сирот и командой спортшколы «Дагестан-07». Гости также посетили площадки, где дети играли в волейбол, стреляли из лука, занимались карате и играли в шахматы. Хизри Шихсаидов пообщался с тренерским составом школы и юными спортсменами, поинтересовался успехами и пожелал удачи на турнирах. Вот здесь работают настоящие педагоги и замечательный коллектив, потому что другим надо просто брать пример с этой школы. Это очень показательно, и мы сами здесь заряжаемся, общаясь с людьми, получаем большое удовольствие, тем более это посвящено детям.